Всем здравствуйте, меня зовут Юлия. Я бы хотела оставить свой отзыв по прохождению стажировки на курсе у Елены Червонец. Стажировка – это такой раздел, наверное, самый важный в курсе, где вы видите все наглядно, как все происходит, как это все работает. То есть, потому что сколько бы практического материала нам не давали, сколько бы нам не рассказывали, пока ты сам не попробуешь, как говорится, как это все делается, как это все работает, ты ничему не научишься. Потому что только практика, только опыт позволяет нам освоить ту или иную сферу деятельности. Можно читать сколько угодно, знакомиться, учить правила, но только в реальности, столкнувшись с теми или иными трудностями, ты понимаешь, как их можно решить. Благодаря стажировке мы открывали для себя очень много новых аспектов, которые работают, как это все можно запустить, как остановить, как оптимизировать, что лучше нравится, как работать с этим всем. Я бы очень рекомендовала каждому пройти вот данный модуль полностью, не бросить его ни в коем случае. Даже когда выходят трудности, у вас все равно есть ваша команда, которая вам поможет. У вас есть Елена, у вас есть наставники, кураторы. Всегда можно обратиться и всегда любую проблему решить. И поверьте мне, я столкнулась, была с такой проблемой, когда делала на стажировке ретаргет. И как бы мне быстро сориентировали, помогли, сказали, что и как нужно сделать. То есть бояться не нужно, что вы что-то сделаете не так. У вас всегда есть поддержка и помощь в этом модуле. Поэтому всем рекомендую дойти до конца, не сдаваться и работать только на результат.